строительный мусор, груды хлама и даже старое кресло. Сегодня ручей Голубка мало похож на объект защиты экологов. Больше года назад по их прихоти строительство крупного гипермаркета в Володарке было приостановлено. Инвестор вложил в проект 100 миллионов рублей, но суд сказал веское «нет». Нет приличному пейзажу на месте разрушенного гидропарка, нет миллионам налоговых отчислений в бюджет, нет сотням рабочих мест, чем жители окрестных многоэтажек крайне возмущены. Уже лет 15 здесь болото. Бомжи, собаки пьют. Никто не здесь не убирал никогда в жизни. В бюджете они хотят зеленую зону. Мы тоже не против. Ну, строите зеленую зону, но в городе нет денег. Бюджет в минусе. Мы за Европу. С приходом тепла абсурдность ситуации вышла наружу. Голубку, о которой так пеклись любители прогулок на свежем воздухе, обходят стороной даже дворняги. Единственное, что радует глаз – плакаты с картинками из будто не наступившего будущего. Насмотревшись на них и пустырь за забором, володарские аборигены начали собирать подписи в поддержку инвестора. Нам не хватает крупного торгового центра. Нужно обязательно. Что далеко нам не ездить. В Берсе есть, на втором Брянске есть, и нам то вроде нужно это все дело. Конечно, нужно. А как вы хотели? У нас ничего вообще нет здесь на первом. Вообще ничего нет. Но это уже сколько лет продолжается. Возможно, дело сдвинется с мертвой точки уже в ближайшее время. Группа компаний «Промресурс», потратившая на проект 100 миллионов рублей и 5 лет работы, рассчитывает на благоразумие судей и помощь населения. Светлана Маркелова, Максим Кузнецов. События. Брянск.